актриса Татьяна Веденеева призналась, что много лет была безответно влюблена. Татьяне было всего 20, когда она снялась в фильме «Много шума из ничего». На съемках она познакомилась с Константином Райкиным. Романа не случилось. Константин не обращал на Веденееву внимания. И ей оставалось только издалека любоваться своим избранником. Чувство, в котором она никому не могла признаться, мучило ее не один год. Вылечило Веденееву только знакомство с Валерием Шапошниковым, который стал ее первым мужем.